Пешком не пройдешь, только на лодке. Так сейчас выглядит пригород столицы Бангладеш. Поселок Вакурда находится в 15 километрах от Даки. Много дней проливных дождей вызвали сильное наводнение. Отсюда все пытаются уехать, но и это сделать непросто. В нашем районе все дома затоплены, поэтому мы уезжаем. Едем в убежище в другом месте. Из-за внезапного наводнения люди очень страдают. Они покидают свои затопленные дома и едут в другие места. Наводнение разрушило большинство дорог и затопило даже наш местный рынок. Мы очень страдаем. Мой дом затоплен, поэтому мы с детьми ютимся в другом. Работы нет, зарплаты нет, мы просто беспомощны. Как сообщают власти, в результате наводнений в Бангладеш страдают сотни тысяч человек. Затоплены тысячи гектаров сельхозугодий. В целом же муссонные наводнения в Центральной Азии нарушили жизнь более 9 миллионов человек. Такие данные приводит Красный Крест. Сильно страдают также Непал и индийский штат Ассам.